Твери прошло очередное профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушителей масочного режима в общественном транспорте. С начала проведения профилактических мероприятий более 400 жителей Твери уже оштрафованы за то, что находились без масок в общественном транспорте. Причем многие из них повторно. О том, как дорого может обойтись игнорирование простейших санитарно-эпидемиологических требований, в материале нашей съемочной группы. Ну, без маски в общественном транспорте. Без маски? Что у нас? Масочный режим. Я просто это глоток сейчас вытирал, сопли. Извиняюсь, сейчас один. Ну, в отношении вас я должен составить протокол. Никакое оправдание сегодня не будет весомым для сотрудника полиции, если факт нахождения в общественном транспорте без маски уже зафиксирован. Составление протокола, передача дела в суд, вынесение вердикта. Такова цепочка действий в отношении тех, кто еще не запомнил, что надевать маску в общественном транспорте не рекомендация, а обязательное требование. В противном случае назначается солидный штраф. Предусмотрены, напоминаю, штрафы от 1000, а для особо злостных повторных до 30 000 рублей. За период проведения рейдов 432 злостных нарушителя привлечены к административной ответственности. Добавим, что месячник по контролю за соблюдением жителями Тверской области масочного режима в общественном транспорте, который стартовал 21 октября, будет продлен до февраля 2022 года. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Его провел губернатор Игорь Руденя.